Святых царственных страстотерпцев императора Николая. И русский человек, и в то же время я как на Украине нахожусь, я хочу блага этой стране. Понимаете, ну вот это все мне не нравится. То, что происходит, это ужас тихий. Понимаете, побоится. Сейчас за что мы воюем? За что мы воюем от два братских народа? Это не, даже отчет себе не даст тот солдат, которого сейчас вытяни из окопа и спроси, за что ты воюешь? Он не может даже сказать.